Хочет он или не хочет, придется договариваться. Мы, как уже не раз говорили, за Западом бегать не собираемся. Они разорвали практически все отношения. У нас есть с кем развивать взаимодействие в экономике, в социальной сфере, в культурной сфере, в спортивной, в конце концов. И мы будем ориентироваться на тех, кто нас никогда не подводил. И с кем мы порой очень сложные достигали компромисса, но когда они достигались, никто никогда никого не обманывал. С Западом все ровно наоборот.